Всем здравствуйте. Это квартира для сдачи по адресу город Томск, улица Источная, 38/2, квартира 16. Это коридорная зона. Здесь объемный шкаф из трех секций. Первая секция нужна для верхней одежды, обуви и головных уборов. Средняя секция рассчитана на одежду типа футболок, рубашек, штанов и так далее. И также есть еще третья секция под разные мелочи. Здесь сейчас постельное белье и ящички. Квартира укомплектована пылесосом, мебелью, это утюгом и другой электронной утварью. Сейчас все посмотрите сами. Значит, начнем с ванной комнаты. Вот она, ванная комната. Здесь у нас присутствует бойлер Ariston, стиральная машина, встроенный санузел. Это у нас раковина и вот такой вот душ. Очень удобно. В общем, вот как-то так. Из ванной зоны двигаемся в кухню. Здесь у нас обеденная зона. Вот так выглядит здесь ремонт. Потолки везде многоуровневые. Это кухня. Кухня оборудована микроволновкой, варочной поверхностью, духовым шкафом, вытяжкой. Также присутствует вся абсолютно кухонная утварь, от столовых приборов до разных кастрюлек. Вот холодильник практически все новое. Ремонт и комплектующие все новые. Это горячая вода, холодная вода. В ванной также хотел вам показать, что опоры хорошие. Горячая вода, холодная вода. Так, теперь, значит, это спальная зона с разными уровнями подсветки. Очень удобное изголовье кровати, приятный на кокосовой стружке матрас. Все делалось качественно, делалось добротно и рассчитано на людей, которые любят комфорт и удобство. Здесь вот такие вот у нас потолки. Спутниковый телевизор, ну, ТВ, спутниковый ТВ. Также в квартире есть Wi-Fi высокоскоростной. Это балкон. Балкон я очень люблю, потому что вид у нас на реку Томь. Здесь летом все зелено, красиво, пыли никакой нету, шума никакого нету. Это вот балкон. Здесь есть рабочая зона, можно посидеть, поработать за компьютером, за чем угодно. Также квартира оборудована теплыми полами, кто любит потеплее, можно сделать в квартире жаркий климат.